Вітаю вас, шановні глядачі. Ми продовжуємо свою роботу у прямому ефірі. Це вечір на 7-му. У Міністерстві закордонних справ повідомили, що схвалення Радою Організації Об'єднаних Націй резолюції, яка називається «Співробітництво та допомога Україні у галузі прав людини», в чергове вже в четвертий раз поспіль підтверджує незалежність та територіальну цілісність України. Про це повідомляє прес-служба українського МЗС. Ця резолюція Ради ООН з прав людини, я підкреслюю, четверте, схвалила ініційовану Україною резолюцію співпраці та допомоги Україні у галузі прав людини саме 23 червня. Дуже насичений, як завжди, інформаційний день. Знову з міжнародних новин. Російська Федерація, ну це нам давно відомо, з 2014 року, займається фінансуванням представників незаконних озброєних формувань на Донбасі. З такою заявою в черговий раз виступила прес-секретар Державного департаменту Сполучених Штатів Америки пані Гедере Науерт. Вона підкреслила те, що я кажу, відомо нам давно, що Росія керує так званими сепаратистами. Більше того, в Україні давно вже прийнято формулювати російсько-терористичні окупаційні війська. Щодо саме цього формулювання, то закон, так званий закон про реінтеграцію Донбасу, вже готовий. Нагадаю, що перший такий викид інформації пішов від секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Турчинова, який анонсував прийняття Верховною Радою саме такого закону. І ось чергове секретар РНБО заявляє, зараз цитата, ви її побачите на своїх екранах, у Харкові, зокрема, він сказав наступне, що РНБО вже найближчим часом на своєму засіданні розгляне законопроект про реінтеграцію непідконтрольних Україні районів Луганської та Донецької областей. Закон готовий, експерти доопрацьовують окремі деталі, і закон буде винесено на схвалення Верховної Ради, яка, нагадаю, до 11 липня пішла у таку собі коротку службову відпустку, а потім тиждень роботи і парламентські канікули. Наскільки вони на часі, робити висновки вам, я думаю, цю тему будемо обговорювати в нашому ефірі. І ще, що стосується України, то той же Олександр Турчинов сказав, що держава замовить для Збройних сил України у 2018 році щонайменше 10 танків «Оплот». Звичайно, це буде Харків, це буде завод імені Малишева. Ну і будь-які обшуки у крупних, у великих податкоплатівників будуть тільки з дозволу Генеральної прокуратури України. Про це заявив Юрій Луценко. Особисто він буде давати такі дозволи. Він сказав, що бізнес має працювати на державу, не боятися перевірок з боку контролюючих органів. А ми разом з вами повертаємось на міжнародну арену, не забуваючи про внутрішні українські справи, бо будемо говорити про асоціацію з Євросоюзом. Що це для України? Черговий новий старт для чогось, сподіваюся, оптимістичного, або це, знаєте, такий собі старий фініш у тих обіцянках, які ми багато разів чули. Інтерактивне опитування сьогодні звучить таким чином. Соглашення об асоціації з Євросоюзом несе в собі, прежде всего, політичну ідеологію, економічну составляющую или только носить такой декларативный характер. Давайте вместе с вами определим, чего больше в этом соглашении, которое вступает в силу, должно вступить в силу, напомню, 1 сентября нынешнего года. Об этом заявил, по крайней мере, президент Украины Петр Порошенко. И прежде чем я представлю нашего гостя, давайте послушаем, о чем говорит глава украинского государства. Дуже важливо, що лідери європейських держав і президент Європейського Союзу і президент Європейської комісії зробили все можливе для того, щоб вступ в дію і завершення ратифікації угоди про асоціацію з Європейським Союзом нарешті відбулося. Це відбувається саме в цей день. І з 1 березня угода про асоціацію розпочинає працювати в повному обсязі. Ну, от формулювання з боку президента України і його європейських колег, звичайно, воно носить таку ідеологічну складову. От
проголошено, що з 1 сентября вступить в силу 2017 года соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Сергей Якубовский, доктор экономических наук, гость нашей программы. Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Я напомню прежде всего нашим телезрителям, что 30 мая 2017 года Нидерланды, последние из стран Евросоюза, ратифицировали соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Проходит определенное время, вступает в силу без виз, об этом тоже много говорили и будем говорить. И вот новая ключевая дата, это 1 сентября нынешнего года. Если говорить о практической наполняемости, наполненности этой даты, что же это такое соглашение об ассоциации с Евросоюзом? Прежде всего, с экономической точки зрения. Вот что Европа почувствует на себе и что почувствуют те же самые крупные налогоплательщики в Украине и мы вместе с вами, пересечные громадяне. Вот такой длинный спич. Вам отвечать спасибо. Добрый вечер. Но дело в том, что мы уже почувствовали на себе, что означает это соглашение с Европейским Союзом, потому что оно начало действовать еще 1 января 2016 года. Европейская комиссия приняла решение еще до окончания ратификации этого соглашения принять его к действию, и оно уже действовало. Поэтому то, что мы увидим, это больший ассортимент европейских товаров в украинских магазинах. Очень много автомобилей с европейскими номерами. Тоже это часть... И станет еще больше, я вам гарантирую. И станет еще больше. Но я думаю, на этом, в общем-то, перечень того, что заметят украинцы, закончится. А о чем говорит, что это за дата 1 сентября? От 1 сентября закончится процедура ратификации, окончательная процедура ратификации, которая... С формальной точки зрения очень важна, потому что вот то соглашение, которое вступило с 1 января 2016 года в действие, оно могло быть отменено, опять же таки, решением Европейской комиссии. То есть сейчас, раз соглашение об ассоциации ратифицировано всеми странами, то это уже будет международный договор, обязательный как для Украины, так и для Европейского Союза. Теоретически соглашение об ассоциации призвано было создать условия в Украине для постепенной интеграции в Европейский Союз, в европейские структуры. То есть в соглашении расписано по годам, что должна сделать Украина с тем, чтобы где-то к 2022 году ее нормативно-правовая база и, соответственно, условия ведения экономической деятельности практически полностью соответствует нормам Европейского Союза. Постоянно заседает комитет, по-моему, при президенте или при правительстве, который вот мониторит, насколько Украина выполняет данное соглашение. По-моему, сейчас процентов 10 от того, что запланировано на данный момент, выполнено. Что будет дальше? Я боюсь, что после того, как Украина получила все, что она хотела, это, прежде всего, без виз и официальную ратификацию, то есть теперь Европейский Союз пусть только попробует отказаться, уже никуда не денется. Сами нормы Европейского Союза будут заставлять его быть ассоциированным членом Украины. То вот, в общем, формально задача выполнена, поэтому я думаю, что на этом... То есть сегодня мы можем говорить о том, что не в обиду Евросоюза, конечно, упаси Боже, да, что Украина, ну, по крайней мере, на эту минуту больше выиграла, чем Евросоюз. Или паритет будет соблюден, прежде всего, экономически, да? С политикой там все ясно. А вот с экономикой больше интересно. С политикой, да, однозначно выиграла Украина и проиграла Европейский Союз, потому что, да, формально мы теперь... Ну, относительно проиграл, да, мы на чаше весов держим. Да, но, да, потому что у Европейского Союза были конкретные требования, это прежде всего... работа правоохранительной системы, судебной системы, которая в первую очередь должна была быть реформирована, потому что без независимой судебной системы, без системы, которая соответствует европейским критериям права, ни один иностранный инвестор в Украину нормально и серьезно не придет, потому что он должен быть уверен, что его собственность, его интересы защищены международным правом. А без иностранных инвестиций Украина останется, в общем-то, поставщиком зерна, поставщиком рабочей силы сейчас
безвиз, то есть, в общем-то... Опять-таки, что касается рабочей силы, смотрите, там Польша вносит новые изменения законодательства, как раз вот именно работа, ну, наверное, прежде всего имеется в виду украинцы, те люди, которые приезжают за границей, будут работать на польских предприятиях. Изменения есть, большие там штрафы в том числе, то есть, таким образом... Польский рынок, мы говорим конкретно о нем сейчас, защищает себя таким образом? Или что это? С другой стороны, есть очень много сегодня рекламы работы в Венгрии. Да? И эта реклама появилась во всех украинских городах. Кто-то себя защищает, кто-то себя, наоборот, открывает. Насколько это интересно западным партнерам Украины? Вот именно по рабочей силе. Ну вот именно по рабочей силе тут есть заинтересованность и Польши, и Венгрии. Почему? Потому что... Эти страны испытывают дефицит высококвалифицированной молодежи. Поэтому они хотят в какой-то степени ограничить въезд украинцев низкой квалификации, а весь упор делается на школьников. Огромное количество польских вузов предоставляет практически бесплатную возможность получить образование в Польше. Почему? Потому что лучшие поляки, они уехали в Германию, в Англию, в Ирландию. То есть они этот процесс прошли раньше? Они прошли раньше, да. И теперь действительно экономика страдает от того, что нет 30-летних хороших инженеров, знающих иностранные языки, потому что они уже в Германии, а не в Польше. И тем самым они... Поэтому они и лоббировали безвиз. Кстати, вот Польша является одним из главных лоббистов Украины в Европейском Союзе. Вот именно безвиз они наставили теперь, особенно то есть, вот молодежь. Истоки стратегического партнерства кроются и в этом том числе. Так, вот для Польши, я думаю, что это главное. Это вот интеллектуальный потенциал Украины. Смотрите, президент Украины, я не зря говорю о том, что соглашение имеет, конечно, политическую, экономическую составляющую. Президент Порошенко говорит о том, что это исторические дни для Украины. Это понятно, с этим можно согласиться. Однозначно, когда, цитата, «после получения безвизового режима мы говорим последнее прощай Советскому Союзу и Российской империи». И как раз вот идет речь дальше. Польша, страны Балтии и другие страны Восточной Европы сделали это 20-25 лет назад. По меркам временным, да, 20-25 лет — это немного, но в современных реалиях это огромная, огромная пропасть, которая образовалась между пока Украиной и Евросоюзом. Да, я надеюсь, что она исчезнет. Сколько лет должно уйти на то, чтобы, во-первых, вот это соглашение об ассоциации с Евросоюзом заработало не на 10%, как сегодня, хотя бы процентов 60-70, как минимум. Да? И что должны мы сделать сами внутри страны, чтобы на нас все равно не смотрели в Европе, пока немножко не так, как бы нам хотелось. Тоже правда. Ну, давайте по поводу прощания с Советским Союзом. Я думаю, что как раз, к сожалению, постсоветская эпоха у нас продолжается. Затянулась, потому что тут дело не в безвизе, а в экономических реформах. Как Венгрия попрощалась с Советским Союзом? Венгрия открыла свою экономику для иностранных инвестиций. И сейчас 90% промышленности контролируется в Венгрии иностранными крупными транснациональными корпорациями. И венгры, в принципе, от этого не страдают. Почему? Потому что это естественный путь. Если страна отстает, она приглашает лучших из-за рубежа. Помните, когда Петр I, да, тоже приглашал, вначале направлял своих учиться в Европу, потом... А как по-другому? Советский Союз немцев приглашал, мы помним, представителей Германии, которых было очень много, да, при Сталине в 30-е годы. Да, конечно, ну а взять, например, там те же «Жигули», да, это было европейское, итальянское производство. Абсолютно верно. Да, поэтому пока Украина будет закрытой страной для зарубежных инвестиций, она будет закрытой до тех пор, пока те монополии, которые сформировали за 25 лет независимости, уже больше, за 26, они не будут разрушены. Понимаете, вот это... Повезло Польше, Чехии, Венгрии, у них не возник собственный крупный олигархический бизнес, и поэтому было легко, они сразу, они понимали, что вот бывшие функционеры, они же, знаете, начали люстрация, полностью обновить систему государственного управления, что, кстати, пока не будет в Украине, причем люстрация не должна там захватывать, там год-два там он был при Януковиче, там полтора года люстрируется, а если год и три месяца не люстрируется. Там полностью вот кто вот был депутатами, министрами, причем при разных президентах, не только Янукович, а что при Кучме было у нас. Не было коррупции, не было распределения собственности. Вот пока не придет новая элита, ну и самое главное, новый бизнес. Новый бизнес, потому что вот те структуры, которые сейчас доминируют в стране, они были созданы в 90-е годы. А это было время еще хуже, чем советское время, когда был беспредел, когда побеждали
не умные, а злые, сильные. И, в общем-то, ну, мы помним это время. И то, что вот сейчас происходит, вот, например, на Донбассе, мне кажется, что они как раз вернулись в 90-е годы, то, что у них когда-то было, только еще по худшему сценарию эта ситуация развивается. Поэтому здесь без виз нам не поможет. Тем более есть пример Молдовы. Молдова получила более 2 лет назад без виз, и кого они избрали президентом? Человека по-российски настроенного. Потому что сам без виз через некоторое время приведет к ухудшению ситуации в стране. Потому что уже сейчас студенты, да, сейчас сложно получить паспорт, биометрический, там очереди, но пройдет там полгода, год, и уже к следующему лету я уверен, что 60-70% одесских студентов поедут на заработки летом. Это нормально, в принципе. Но они поедут, кто-то останется, кто-то поступит в высшее учебное заведение, потому что был барьер, конечно. Но как поступить в Польшу? Нет визы, это колоссально сложно. Вот так все, пожалуйста, есть паспорт, поехал, поработал. Там огромное количество частных высших учебных заведений, которые заинтересованы в притоке студентов, потому что они финансируются на государство. Вот у них система немножко другая, не такая, как в Украине. Там финансирование идет за студентов. Чем больше студентов, тем больше финансирования, тем больше спрос на и так далее. И поэтому это не... Обычная математика. Обычная математика. Ну и самое главное, если люди идут туда учиться, им это надо, значит, надо и поддерживать эти высшие учебные заведения. То есть не только у нас там госзаказ, 700 высших учебных заведений. Как распределяется, никто не знает. Ну, якобы в Киеве знают. Ну, а вот рынок есть рынок. Туда идут, значит... Там хотят учиться, тем более, когда привлекают украинцев, молодых. Вы сами понимаете, они не возьмут человека, который не знает иностранные языки. Во многих польских вузах на английском языке. То есть они потом учат польский, знают уже английский, немецкий. Вот уже прекрасный инженер, который принесет пользу Польше. И вот Украина через 2-3 года столкнется с этим, потому что у нас был отток, условно говоря, 40-летних, 50-летних, там, 90-е годы, и многие так и остались на Западе. Это создавало проблемы, но в основном уезжали те люди, которые потеряли здесь работу. Но когда начнут массово уезжать лучшие представители молодежи, как в Молдове, ведь в Молдове это огромная проблема, то тогда отношение к безвизу Сергей Львович, изменится. Хорошо, тогда вы еще и преподаватель, не только экономист. Да? Ну хорошо, полностью этого не избежишь, это понятно, я с вами соглашусь. Но я прошу прощения за слово, возможно, каким-то образом создать в этой проблематике такую, знаете, ну если не прокладку, то более мягкую подушку, которая смягчит те проблемы, о которых вы говорите, с которыми Украина вполне вероятно столкнется. Ну, многие страны Европы, по крайней мере, Польша, как минимум, да, проходила через это. Это первый вопрос. И второй, экономика Украины все-таки будет более привлекательна или просто будет привлекателен украинский рынок с нами, с потребителями, да, куда хлынут товары, и мы будем их покупать? Ну, пока, еще раз, пока украинская экономика закрыта для иностранных инвестиций, пока каждая отрасль разделена между несколькими олигархами, экономика не может быть привлекательна, потому что она устаревает морально и физически. Касательно оттока интеллектуального капитала, это абсолютно нормальный процесс. Китай сталкивается с тем же. Но главное говорить в открытую, да, вот у нас без виз, у нас будет отток молодежи. Но мы можем привлекать точно так же, как Польша. У нас есть Молдова, у нас есть Россия. И я уверен, что очень многие молодые люди в России видят, что в Украине есть без виз, что в Украине все-таки более свободная страна, больше возможностей в некоторых сферах. Они могут приезжать и учиться у нас, и они уже будут становиться украинцами, будут приносить пользу Украине. То есть здесь надо проводить такую абсолютно нормальную политику из Средней Азии, из того же Китая, из Турции. То есть чем занимаются, как вот рекламируют себя вузы Центральной и Восточной Европы? Да, они говорят, вот смотрите, 20 наших выпускников поехали в Германию, получают по 150 тысяч евро в год. Лучшая реклама вуза, если выпускник пользуется спросом польского вуза в Германии, нужно в этот вуз поступать. То же самое, то есть если мы будем открыто говорить, вот Одесский национальный университет, у нас 15 человек поступило там на магистерские программы в Польшу, а потом уехало там работать в Великобританию и так далее. То есть надо честно говорить, да, отток капитала, европейская интеграция приведет к оттоку интеллектуального капитала. Но вот эти вузы, они действительно готовят отличные кадры, и поступайте туда. И сделать упор именно вот на этих вузах.
повысить финансирование, привлечь местный бизнес, и тогда может быть то-то же так. А здесь тоже мне предлагают неплохие работы и так далее. То есть вот так нужно развиваться. Вот если государство будет говорить правду, а не там рассказывать стихи Лермонтова, да, понимаете, вот и тогда мы можем использовать безвиз. Есть ли какие-то временные сроки, когда это соглашение действительно заработает, но если не в полном объеме, по крайней мере, будет как минимум эффективно для нашей страны? Я говорю, конечно, с позиции, прежде всего, украинского гражданина. Европа с ними-то понятна. Значит, пока в Верховной Раде большая часть депутатов — миллионеры и мультимиллионеры, причем не в гривнях, а в долларах и в евро, соглашение не заработает. Потому что они же откуда-то эти деньги получили и получают. Они же не глупые люди. Зачем им привлекать конкурентов из-за рубежа? Причем вы сами понимаете, если сравнить наши Богданы и Мерседесы, если придется Мерседесы будет выпускать, наверное, конкуренция будет неравной и абсолютно нормально. То есть пусть немцы выпускают в Европе автомобили, потому что они делают лучше, а мы будем что-то делать другое лучше. Но вот пока вот нынешняя власть, она, в общем-то, представляет интересы бизнеса и крупного бизнеса, то будут вот сейчас заниматься земельной реформой, будут придумывать различные способы, как вот эту наличность, которую задекларировали, перевести в землю. А вы понимаете, если депутаты сейчас раскупят всю оставшуюся землю, куда придет немецкий инвестор? Потом он скажет: подожди, хочешь, ну тогда плати мне, это моя земля, а потом только заходи в Украину. То есть в такой ситуации не заработает, и мы просто будем там, может, немножко дешевле покупать французские сыры, либо старые автомобили немецкие, но от этого экономики еще один вопрос уже на финал нашей программы. Закончился саммит, очередной саммит Евросоюза. И президент Европейского совета Дональд Туск по завершению этого саммита в Брюсселе заявил следующее, что предложение Великобритании, которое касается будущих прав граждан ЕС на британской территории после Brexit, могут ухудшить ситуацию для европейцев. Я сейчас не об этом, я о другом. Вот Brexit, да, как тема. А могут ли украинцы здесь, ввиду подписания соглашения без виза, попытаться что-то выиграть, мы с вами, попытаться что-то выиграть от того процесса Брексита, который уже идет полным ходом в Великобритании, идут переговоры с ЕС, да, то есть, ну, Британия так или иначе уходит. Надолго ли, не знаю, да, но есть ли возможность у нас здесь улучшить позиции нашей страны? Ну, я экономически, сказать, конечно, прежде всего. С политикой, я говорю, тут более-менее все четко. Вот как раз вот только с политикой и удалось, да, улучшить. Почему? Потому что сейчас в Европейском Союзе колоссальные проблемы. Он разваливается и разваливается не только потому, что Великобритания выходит, а потому что есть внутренние проблемы, и им не до Украины. И вот, ну, тут нужно дать должное президенту и министру иностранных дел. Все-таки дожали. Именно Украина дожала Европейский Союз. Именно Украина, да. Именно Украина дожала, потому что, ну, придумывали вот... А теперь они уже взяли на себя обязательства, теперь они уже такие же ассоциированные члены наши, как мы ихние. То есть здесь это важно, потому что я все же надеюсь, что рано или поздно там контингент в парламенте, правительство поменяется, и тогда как раз можно будет вот все те законные рычаги, которые дает нам ассоциация, использовать для очень быстрой интеграции Украины. То есть такие механизмы есть? Такие механизмы есть. И как было с Польша, Чехия, да, у них был не лучший режим, когда коммунисты были у власти, чем у нас сейчас. Но их быстренько эти революции снесли, пришли новые люди, и хоп, год-два, и они уже зона свободной торговли с ЕС, а у нас уже это все есть, понимаете? То есть у нас будут лучшие стартовые условия, чем в начале 90-х. Вы знаете, мне все-таки Польши, нравится, что мы сегодня больше постарались говорить о хорошем, да? Оптимизм, он, конечно, сдержанный. Я прекрасно понимаю, у наших телезрителей, наверное, в том числе. Тем не менее, что несет в себе соглашение об ассоциации с Евросоюзом? Прежде всего, политическую идеологию, экономическую составляющую или такой, знаете, носит декларативный характер. 38% говорят о политической идеологии. Ну, що є, то є. Маємо, то що маємо, казав пан Кравчук. Экономическую составляющую 54%, декларативность 8%. Все-таки вот оптимистов больше. Оптимистов больше, и это определенный аванс на будущее. Я надеюсь, что в этой студии через пару-тройку лет, ну, возможно, в другой студии еще лучше, да, еще больше, красивее мы будем говорить о том, чего мы уже достигли сами. Потому что все зависит во многом от нас. Спасибо вам огромное. Сергей Якубовский, доктор экономических наук, был гостем нашей программы. Вы знаете, мы были оптимистами все-таки в этой программе больше, чем пессимистами, чего и вам
желаю. Будьте все живы, здоровы, будьте оптимистами. До встречи. До свидания.